Ёль, тебя видно? Ну пригнись, мы не вмещаемся, сова. Пригнись. А, привет, в общем, всем. А, я тут задумала такое новогоднее... Новогоднее... Куда ты пошла, Ёль, стой, мне надо с тобой быть, вот, правильно. В общем, 30 декабря я собираюсь устроить новогоднюю, предновогоднюю встречу с ёлочкой и нашими милыми сектантами, то есть вашими. Встречаться мы будем 30 числа с часу дня до примерно 3 часов в парке Южная Тушина. То есть, пардон, Северная Тушина, это я живу в Южном, а парк Северная. Это от метро Сходнинская, где-то 10 минут пешочком в сторону Химкинского водохранилища, там, где подводная лодка стоит у берега. Мы будем, где много лавочек, и вот если подняться по горочке от подводной лодки наверх, ну, я оставлю там ссылочку на карту, чтобы тыкнуть, подробности напишу. В общем, поскольку ожидается, если будет очень много народа, то елочку на ручки мы давать особо не будем, но посадим ее на лавочку и можете водить там вокруг нее хороводы, фоткаться, там развлекаться и задавать всякие любимые всеми вопросы и прочее. А, в общем-то, я просто выздоровела и не знала, на самом деле, получится такое. Кто-то унес мишуру. В общем, не знала, получится или нет подобная встреча, так как болела достаточно долго. И, ну, получается, поэтому давайте встречаться. И будет весело, я думаю. Ну, правда, погода там плюс 2 вроде обещают, и какой-то снег, хотя при плюс 2, скорее всего, будет дождь. Ну, утепляйтесь, берите что-нибудь горяченькое с собой и давайте с елкой там посмотрите, пообщайтесь. И так это на такой вот приятной, няшной, угушной ноте закончим этот год. А 31-го я работаю благополучно, поэтому, в общем-то, это будет и мой праздничек, и встреча Нового года. Так что давайте до встречи, будем рады видеть всех. Ёль, да? Ёль. Ну, Ёль не будет рада. Да, сова? Всё, отлично, молодец.